внимание показывает город-герой Москва. Говорит и показывает город-герой Москва. Центральное телевидение Советского Союза ведет репортаж с проспекта имени Карла Маркса. Наши камеры установлены у входа в Дом Союзов. Через несколько минут в колонном зале начнется традиционный голубой огонек. Один умный человек, узнав тему сегодняшней программы, сказал: «Только умоляю тебя, не начинай ее с фразы. Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без телевизора». Я, разумеется, и сам понимаю, что начинать программу с такой избитой, скучной, банальной и, в общем-то, пустой фразы нельзя. О телевидении можно говорить много и по-разному. Можно многое вспомнить, о многом рассказать. Телевизор сейчас есть в каждом доме. Для многих он стал практически членом семьи. Ни с одним бытовым прибором не связано столько переживаний, сколько с телевизором. Трудно себе представить такие сложные взаимоотношения, например, с утюгом или стиральной машиной. На телевизор молятся, телевизор ненавидят, телевизор любят, телевизор презирают, о телевизоре спорят, без телевизора не могут жить. Во многих семьях телевизор стал единственным средством общения. Другими словами, сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без телевизора. Со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Новых побед вам, друзья! Доброго здоровья! Творческих успехов! Богатырской силы! Великих свершений! Новых друзей! Вечной молодости! Крепкой любви! Радости и веселья! Мира и счастья вам, дорогие друзья! Вековую народную мечту о телевидении можно обнаружить уже в русских народных сказках. Там, если помните, девушки катали наливное яблочко по тарелочке для того, чтобы получить не только изображение своего суженого, но и увидеть, чем этот суженый в тот или иной момент занимается. Другие девушки в других сказках катали золотое яичко по серебряному блюдечку. Это тоже был достаточно надежный способ получить изображение. Мне даже кажется, что образ золотого яичка, который ловкие ручки катают по серебряному блюдцу, как-то очень близок к сегодняшнему состоянию отечественного телевидения. Я думаю, что многие телевизионные начальники со мной с радостью согласятся. Но, как говорится, до яичка нужно было еще дожить. А вначале изобрели радио, потом кино, а потом петербургский профессор Борис Розинг придумал электронно-лучевой приемник, прообраз нынешнего телевизора. Но до начала 40-х годов это было абсолютной экзотикой, доступной лишь немногим. Московский радиозавод приступил к массовому производству советских телевизионных приемников Т1. Главная часть приемника – кинескоп, воспроизводящий изображение. Готовые телевизоры проверяются на испытательной станции. По вечерам вся семья, да и соседи стахановца Московского машиностроительного завода Павлушкина собирается у экрана телевизора. Не выходя из дому, можно побывать в театре, кино, концертных залах столицы. Я отдыхала у своей подруги в Абрамцево, есть такой вот, может быть, вы знаете, академический городок, во всяком случае, тогда был, и там жили академики. И мы отдыхали, мы общались, проводили свободное время, моя подруга, я, вот с детьми академиков. Очень симпатичные ребята были, и у одного из них, у родителей, вернее, его, появился телевизор. Вот маленький КВН с этой самой линзой невозможной. И первое, он нас приглашал смотреть регулярно, и первое, что мы увидели, это был балет. Не помню какой, но там танцевали. И мы как завороженные сидели и смотрели. Лето, вместо того, чтобы бежать на речку, купаться, мы сидели вот целыми днями некоторое время и смотрели телевизор.
купишь телевизор, несешь с такой радостью, поставишь его и смотришь. А там такая огромная линза была. Говорят, залита была каким-то жидким вазелином или еще чем. Нет, не знаю. Но она увеличила изображение. Хорошо было видно. Правда, черно-белое было изображение, но видно было хорошо. Телевизор был, конечно, экзотической вещью. Я вспоминаю, как мы там в чужие, не детьми уже, даже подростками, в чужие окна смотрели на телевизор. Они еще были чрезвычайно экзотическими, потому что мало того, что перед ними ставили линзы, которые увеличивали изображение, еще ставили некоторые фильтры, ставили цветные, поэтому вдруг было фантастическое ощущение цветного фильма, цветного экрана. В студии идет подготовка к очередной телепередаче. Телевизионный аппарат принимает изображение. По этому кабелю изображение поступает в аппаратную. Изображение усиливается и направляется на передатчик. Скоро осуществится мечта многих советских радиослушателей. Быть не только слушателями, но и радиозрителями. Я телевизор приобрел, и зрелищ мне искать не надо. Кино, театр и футбол ко мне приходят сами на дом. После войны телевизор еще нуждался в рекламе. В начале 50-х, в конце 40-х был выпущен первый телевизор для народа, КВН-49. Название КВН не имело никакого отношения к будущей знаменитой передаче. Оно было составлено из первых букв имен изобретателей этого телевизора. Кенигсон, Варшавский, Николаевский. А первые телепередачи шли отсюда, с Шаболовки, где у подножья знаменитой Шуховской башни был построен первый телецентр. Собственно, построен-то он был еще в 1939 году, а в 1945-м просто возобновил свою работу. В начале 50-х в Москве насчитывалось уже около 100 тысяч телевизоров. Телевизор был иногда один на подъезд, и соседи ходили друг к другу в гости на телевизор, на просмотр телепередач. Одна из старейших радиостанций Москвы. Через нее дикторы вещали «Говорит Москва». Теперь здесь работает Московский телевизионный центр. Москва не только говорит, но и показывает. Игра начинается наступлением москвичей. Сделан первый удар по воротам, но защита гостей отражает атаку. По левому краю прорываются Киевом. Ничего не записывалось, ничего, все только был прямой эфир, поэтому, что из себя представлял телеспектакль, надо себе, можно только вообразить, потому что это значит, в разных, одна студия, в разных концах ее стоят декорации, и ты, значит, отыграв здесь, судорожно переодеваешься, вылетаешь в другом месте, полное, и потом не имеешь представления, что это, потому что нигде ничего не записано и не существовало. Мы снимали концертные номера, наша работа была концертные номера, и концертные номера мы снимали следующим образом. В 12 часов дикторы заканчивали «Спокойной ночи», звучал гимн Советского Союза, как только все это выключалось, срочно выносились декорации новостей и всего-всего, павильон очищался, и вносились декорации для очередного концертного номера. Мы снимали до там половину шестого, полшестого выкидывались наши декорации, вносились декорации дикторов. И начинал «Доброе утро», звучал гимн Советского Союза. Дикторы говорили «Доброе утро», и начиналась передача. Вы можете себе представить такое время, что не было магнитофонов, люди не знали, что такое вообще. Ну, не было понятия такого. Все шло живьем. Утром репетиция, потом вся информация снималась на пленку. Потом эта пленка монтировалась. Мало кто умел сходу уложить текст, прочитать как надо, да? И поэтому, в общем-то, в эфир очень как-то опасались люди идти. В нашем обозрении были показаны сцены и спектаклей. «Чемодан с наклейками», пьеса Угрюмова,
постановка Штейна, художник Кулешов, композитор Табашников. Все редакции были, работали в полной мощи, на энтузиазме. Был этот холл на Шаболовке, который был между павильонами на первом этаже, в котором собирались, пили кофе, обсуждалось. Было очень живое время. Все были как одна большая семья. Все редакции, музыкальная, литературно-драматическая, отдел новостей. Привет, 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 привет. Весь обслуживающий персонал, он был соучастником, он был сотворцом, понимаете? Там вот были там тетя Маня, тетя Галя, которая там таскала кабели для звукорежиссера. Или за осветителями тоже были такие огромные софиты, да? Ну, огромные фонари. Тоже надо было таскать эти самые провода. Был случай, когда во время эфира штатив у мальчика, у осветителя упал. Так он держал в руках вот так, эту горячие закрыли, держал осветительный прибор, чтобы только не сорвать передачу. Я стал принимать участие уже в 1947 году в очень скромных, конечно, передачах телевидения. Скромность заключалась в том, что ты выходишь и говоришь о том, что посмотрите там какой-то кинофильм или посмотрите концерт. Я как-то тогда не очень понял телевидение. Думаю, ну что, для мужчины это вроде как бы не работа. Сегодня специальный выпуск телевизионных новостей, который называется «Нам 25». Наш комментатор Юрий Фокин начинает непосредственно от подножия башни Шухова. В начале 70-х артист театра имени Пушкина, с которым мы вместе жили в общежитии театра Пушкина. Это такая трехкомнатная квартира. Одну из комнат занимал он, Юра Николаев. Когда он, значит, и ушел из театра на телевидение и стал там диктором. Он сначала диктором был. Вообще, вот я сейчас хорошо помню это ощущение, что как бы понижение. Я не знаю, почему я согласился. Я понимаю, если бы не было ролей, если бы ты сидел бы в ожидании спектакля, или... ну, вроде бы все нормально было, и роли были, и прекрасные партнеры и партнерши, и прекрасное взаимоотношение в театре, просто великолепные отношения, и до сих пор мы поддерживаем отношения. Нам шили два раза, раз в два года один костюм. Можете себе представить. Вот. Но мы в какой-то степени были домом моды для зрителей. Я вот получала такие письма, например, «Азочка, наденьте, пожалуйста, вот эту кофточку. А то муж говорит, что у меня плохой вкус, а я вот сделаю такую же кофточку, как у вас». И он тогда не посмеет этого сказать. Я одевала одно платье, по-моему, вы знаете, в трех или в четырех ситуациях. Значит, это было очень красивое платье. Я сначала был, ну, такое, такие вот, да, серенькое, серебристое. Это первый был номер. Второй был номер, значит, оно закрывалось. Это второй номер. Третий номер, переворачивалось платье и шло вот так. И четвертый, это было, да, и четвертый вот так вот сделан был у меня. Вот так вот здесь. И у меня каре такое было красивое. А мне говорят, слушайте, как много, Леонтьевы, костюмов. Смотрите, какие потрясающие у нее костюмы. Это было одно единственное платье. Все было скромно, но в эфире это вот можно одеть ситцевую кофту, она кажется бизоном там каким-то дорогим платьем. И можно одеть очень дорогое платье, а кажется какой-то сарафан простой. Ну вот, но вот следили за этим. Мы говорили, что у зрителей, большинство зрителей живут достаточно, ну, бедно, и вот раздражать своими одеждами их нельзя. Я сколько раз помню, нам не разрешали надевать серьги, а уж клипсы, когда появились, тем более вот такие клипсы длинные, большие, так, это просто снимали сразу, это вот совершенно вот эти вот, эта мишура в эфире не должна быть. Я появляюсь в утренней почте с длинными волосами, свитер, джинсы, это было вообще нонсенс. Это было серьезным обсуждением.
Это, мол, неуважение к зрителям. Хотя у меня даже мысли не было о том, чтобы как-то не уважить. Наоборот, ситуация позволяет быть в джинсах, в свитере. И было бы глупо, наоборот, в тех сюжетных передачах, которые мы придумывали, делали, появляться в пиджаке, в рубашке и галстуке. Погодка-то как по заказу. Дорогие друзья, как приятно в жаркий день побывать на пляже. Само собой возникает хорошее настроение. Телевидение – дело коллективное. Труд огромного количества людей. А вся слава и вся любовь достается тем, кого зритель видит в кадре, то есть ведущим и диктором. И если многие телевизионные профессии пришли из кино, режиссеры, операторы, сценаристы, редакторы, осветители, то профессия телевизионного диктора была абсолютно новой. И их, первых телевизионных дикторов, было очень мало. Ольга Чепурнова, Валентина Леонтьева и Нина Кондратова. Здравствуйте. Тумочка, здравствуйте. Добрый вечер. Вы не смотрите? Тогда, простите, мы просто хотели поинтересоваться, кто сегодня ведет, Ниночка или Валечка? Ну, пожалуйста, пожалуйста, проходите. Спасибо, а можно? Ну, спасибо большое. Я вам не буду загораживать. У меня в квартире одной телевизор, вот, зову посмотреть. О, были звезды. Была, значит, Нина Кондратова, очень элегантная, невозможно образованная женщина, тонкая, умная, добрая, приятная. И вот уже в новой студии звучит голос хорошо знакомого нам диктора Нины Кондратовой. Начинаем пробную передачу второй программы Центральной студии телевидения. Была Валя Леонтьева, манера ее ведения мне особенно нравилась, так я подражала ей, доверительная была, она так... Как-то так, как сказать, очень тепло и уютно разговаривала со зрителями. Мне хочется сказать вам, что скоро передача наша кончится, скоро погаснут голубые экраны, но прежде чем мы расстанемся, я хочу, чтобы вместе с нами вы выпили еще одну чашечку нашего замечательного и отнюдь не холодного, как сказал Андрей Четвертый, нашего крепкого, горячего, юбилейного кофе. Была Аня Шилова, которая сверкала своей улыбкой, своими лучистыми глазами, веселый смех, как колокольчик звучал. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы сейчас увидите передачу, которая, признаюсь, мне трудно определить ее характер. Это не рассказ и не очерк, это повесть об одной человеческой жизни. В нашей передаче ничего не выдумано, в ней не будет актеров, только участники событий пройдут перед вами. Игорь Кириллов, оказывается, мне все время казалось, что он поступил гораздо раньше меня, а буквально за несколько месяцев, за полгода. Мне казалось, что они все асы. С первомаем вас, дорогие друзья, капитаны и штурманы, творцы и создатели добрых, безбрежных морей. Все они были очень высокие, стройные, хорошо одетые по тем временам, причесанные. Я смотрела на них, как на небожителей. Угадай-ка, угадай-ка, интересная игра. А сегодня здесь сразится КВНчик нам пора. Мы вас любим, уважаем, дорогих учителей. Победит кто, мы не знаем. Только дружба всех сильнее. Наверное, потому что мы были первыми. Если бы первые были другими, значит, они были бы также любимы. Ведь зритель привыкает к человеку. И вот этот человек работает, работает, потом появляется какой-то новый. И зрители говорят, фу, мне это не нравится. А потом привыкают. Привыкают и говорят, здравствуйте, здравствуйте, Валечка, говорят. Первых дикторов знали, первым дикторам верили и любили их. Прямо как первых космонавтов. А обращение к ним по имени означало лишь только то, что их приняли в каждом доме. Они стали для многих членами семьи. Но к концу 50-х активно работала только Валентина Леонтьева. Ольга Чепурнова умерла, а с Ниной Кондратовой случилось несчастье. Она вела репортаж с ВДНХ, и ее бык ударил рогом в лицо. На репетиции все было нормально, но вы знаете, что там было страшно?
когда они сидели, в автобус влетел воробей. И Нина Владимировна говорит, я не хочу, у меня дурное предчувствие, я не хочу, я уеду домой. Ну, как уедешь, когда живой эфир, все. И когда включили камеру, то есть на репетиции, по-видимому, не включали осветительных приборов. Включили камеру, и бык мотнул головой. И у нее глаз вытек тут же. Это было страшно очень. Потом она поехала за границу, ей сделали глаз очень хороший. Никак нельзя было даже, и в очках она была. Люди так любили Нину Владимировну. Никого потом, ни нас, ни потом, ни после, ни до вообще. Ну вот так любили, что уморяли, мешки писем с просьбой, что угодно, но пусть она будет в эфире. И Нине Владимировне сделали. И она работала, она долго работала в эфире. Все. И зритель воспринимал это с благодарностью. Выступает лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Нина Пантелеева. Ходит парень, сама печаль, смотрит парень куда-то вдаль. Что отличало дикторов первого призыва? Ну, во-первых, они были потрясающе красивы. Во-вторых, у них были удивительные голоса, чистая, четкая русская речь. Но самое главное, от них исходила удивительная человеческая теплота. В середине 50-х на телевидении появился человек, которого назовут впоследствии одним из лучших тележурналистов нашего времени. Юрий Фокин. Юрия Фокина я помню главным образом потому, что мой дед бросал всегда все дела и шел к телевизору, когда знал, что будет выступать Фокин. Первые внестудийные репортажи – это Фокин. Первые репортажи из-за границы – это тоже Фокин. Встречи с интересными людьми – это Фокин. Фокин был одним из первых людей, которых было просто интересно слушать. Он был одним из первых интересных собеседников на телевидении. Сегодня у нас и у вас общий праздник, потому что то, что делает для вас советское телевидение, делает огромная армия режиссеров, операторов, редакторов, делает только для вас, для блага советских людей, для повышения их культуры, для того, чтобы вы знали многое о том, что происходит на свете белом. Во времена оттепели появилось огромное количество новых передач, казалось совершенно невозможных еще несколько лет назад. И одной из самых любимых был праздничный «Голубой огонек». Его вели актеры, но чаще всего самые любимые дикторы центрального телевидения. Тогда еще не существовало видеозаписи, все передачи шли впрямую. Это придавало особую атмосферу непринужденности и какой-то внутренней свободы, раскрепощенности. У Владимира Валентиновича Меньшова в фильме «Москва слезам не верит» замечательно показан эпизод съемки одного из таких голубых огоньков. Чтоб снести старинный дом, динамит огрянул гром. Не взорвался старый дом, рухнул новый за углом. Я помню, как мы отыскивали вот эти голубые огоньки, как, что они из себя представляли. И главным образом надо было какой-то из каких-то звезд тех времен. И вот мы нашли, то есть не нашли, конечно, мы знали, что его я, все мы помнили. Фантастический тогда был успех и слава у Рудакова и Нечаева, которых мы отыскали. Я, например, снимал один из первых, кто снимал Кобзона. А у нас во дворе есть девчонка одна. Снимал Магомаева, когда он первый раз приехал в Москву. Я снимал Ёшпы и Стаханова, когда они только приехали в Москву. Я снимал Майю Кристалинскую. Я снимал Эдиту Пьеху.
Это было то время, когда начали на пленку фиксировать лучших в то время звезд, будем так называть, да, лучших исполнителей для истории и для программ. Вся эта эстрада, все это пришлось на время, когда была так называемая хрущевская оттепель, да. И поэтому нам разрешалось делать все, что угодно. Мы снимали кверх ногами, как только, что мы только не делали. Я снимал пьеху, когда она у меня каталась. Была такая песня, она пела на американском языке «Only you», «Только ты». И я ее подвесил на качели, она налетала через весь павильон, или «Дунай, Дунай», пойди, да, если танцевал вальс. В общем, мы делали все, что хотели. Как оператор мы экспериментировали и делали все, что угодно. Это была большая школа. Я с удовольствием хочу представить вам нашего частого гостя Огонька, Иосифа Кобзон, который буквально несколько часов тому назад вернулся из Сибири, чтобы принять участие в нашем юбилейном Огоньке. Я очень рад и счастлив, что я сегодня присутствую на Огоньке. Действительно, несколько часов тому назад мы только прилетели с друзьями из Сибири, где мы были с концертами. Должен вам сказать, что в Сибири очень любят «Голубой огонек». Несмотря на то, что «Огонек» не транслируется в Сибирь, но они его смотрят после прохождения в Москве «Огоньков» по съемкам и с нетерпением всегда ждут появления новых «Огоньков». А рядом с «Огоньком» появился КВН, клуб веселых и находчивых. Такой веселый, студенческий, телевизионный капустник. Сейчас КВН ассоциируется с Александром Масляковым, и это, конечно, справедливо. Но также справедливо вспомнить и Альберта Аксельрода, и Наталью Защипину, и Михаила Державина, Александра Белявского, и, конечно же, Светлану Жильцову. Одним из главных вопросов нашей повестки вечера – выбор победителя. И поэтому сейчас мы проводим традиционный конкурс капитанов. КВН тогда пользовался колоссальной популярностью. Это, правда, сейчас уже как бы тиражировано говорить по поводу всех хороших фильмов и передач, что там «Москва вымирает» и «Улица вымирает», смотрят там такой фильм, такой-то передачу. Но тогда это действительно так было, пожалуй, это была первая передача, поскольку в то же время нельзя было сказать, сейчас трудно понять людям молодым, что такое нельзя как какое-то слово сказать, ну, что-то покритиковать. Это было настолько невозможно, надо было сушить сахари, потому что, значит, тебя могли в лучшем случае уволить, а в худшем случае еще и забрать. Эта передача у, так сказать, там, Политбюро, не знаю, ЦК, КПСС, с одной стороны, им очень нравилось, с другой стороны, понимали, что это как-то людей немножко расхолаживает и заставляет над чем-то задумываться. И я помню, в то время запретили выходить в эфир людям, мужчинам, у которых были бороды и длинные волосы, и усы. Вот это вот все запрещали. А ребята-одесситы, они отрастили волосы и бороды. Им это очень шло. И они вышли со своей программой на КВН. Это уже была запись, это было не прямой эфир, уже появилась видеозапись, это было записано, но вот записали, показали Лапину, нашему бывшему председателю Госкомитета, и он сказал, вот программа в эфир не выйдет, надо переписать, пусть ребята постригутся и сбреют усы и бороды. Но одесситы вольнолюбивые люди, они сказали, никогда. Ну и все. Вот это было как бы поводом для закрытия КВН. В середине 60-х оттепель закончилась, передачи стали идти в записи, степень разрешенной свободы упала до нуля, и, наконец, в 67-м году телевидение переехало в новые корпуса в Останкино. Под синим небом города-героя, в гостях у солнца, ветра и дождя, трудились люди, Минмонтаж спецстроя, Останкинскую башню возводя. В такой работе нет еще инструкции. Монтажники – отчаянный народ. Возводят сотни тонн стальных конструкций, вступив на вахту в юбилейный год. От ветра кумачом олеют лица на этой беспримерной высоте, а там внизу раскинулась столица в своей неповторимой красоте. Место, где было построено новое здание телецентра, сразу стало обрастать слухами и легендами. Надо сказать, что действительно трудно было найти менее удачную площадку для строительства. Дело в том, что раньше здесь было кладбище, на котором хоронили самоубийц. Говорят, что здесь собирались чернокнижники и колдуны, а по ночам в этих окрестностях
бродили вампиры. Есть мнение, что до сих пор они ходят здесь же, охраняя от посторонних это место. Наверное, момент привлечения в этом есть. Хотя должен сознаться, что несколько вампиров на телевидении я встречал. И даже работал с некоторыми из них. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Вы смотрите программу «Время». Надо сказать, что в это время центральным телевидением была охвачена уже большая часть страны. Телевидение становилось цветным, всеобъемлющим и все более и более идеологичным. Появилась главная новостная программа страны, программа «Время». Смотреть ее было совершенно невозможно, потому что 3/4 времени рассказывалось о постановлениях партии и правительства, потом немножко о спорте и чуть-чуть о погоде. Исчезли КВНы. «Огоньки» стали невозможно скучными, потому что строились по одному и тому же принципу. Долгие песни о Ленине, партии, родине, песни и пляски представителей союзных республик, выступления передовиков, а потом для тех, кто смог выдержать этот кошмар, в конце показывали выступления Хазанова, Леонтьева или Пугачевой. Но справедливости ради, надо сказать, что в это же время на телевидении появилось очень много интересного. Например, появились бенефисы замечательного телевизионного режиссера Евгения Гинзбурга. Были удивительные телевизионные спектакли, телевизионный театр, то есть спектакли, поставленные специально для телевидения. Работали крупнейшие театральные режиссеры. Эфрос, Гинкас, Виктюк, Валерий Фокин. Начались отечественные сериалы от «Операции Трест» до «17 мгновений весны». И работали крупнейшие отечественные кинорежиссеры. И Рязанов, и Масленников, и Ташков, и Колосов, и Марк Захаров. Родились знатоки – Кибрит, Знаменский, Томин. Не было только одного, самого главного – живого ощущения жизни. Даже замечательные дикторы наши потеряли былую душевность. Радовал только Виктор Балашов. Он в те годы часто вел не основной дневной выпуск новостей. И вот он своим уникальным по красоте голосом рассказывал про победы, про урожаи и так далее. А потом, отложив бумажку в сторону, почти радостно говорил: «А теперь о погоде». Этой фразы вся страна ждала просто как праздника. И о погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. В Ленинграде 21-22, в Москве завтра 21-23 градуса тепла. Это была правительственная программа. И, конечно, к ней готовились тоже очень ответственно. Была репетиция, ну и сейчас, наверное, тоже репетируют. Обязательно были консультации, если ты что-то не знаешь. Вот вплоть до того, что мы звонили в посольство. Приехал, допустим, какой-то посол, ну, скажем, там, с Востока. Мухаммед Али, предположим, да? Как сказать? Мухаммед или Мухаммед? Представляете себе? Казалось бы, да все равно. Нет. Программа «Время» – это, что называется, не хухры-мухры, потому что это отсматривалось Политбюро, и поэтому любое нарушение и отхождение от какого-то канона, ошибка какая-то воспринималась как политическая ошибка. Они мэтры. Они могли с листа читать, они могли в последнюю секунду им документы... Документы появлялись на столе, и они в прямом эфире читали это так, что это как будто они знали, это профессионалы своего дела. Четвертое. Признать недопустимым неоправданное отвлечение рабочих и служащих в рабочее время для проведения всевозможных собраний.
слетов и семинаров, спортивных соревнований, занятий художественной самодеятельностью, организации туристических поездок. Пятое. Для усиления морального поощрения. Вот сейчас на телевидении очень много неожиданных, случайных людей, которые появляются и исчезают. Появляются и исчезают. Вот. Поэтому кто-то говорит, вообще вот так не раскрывая рта. Кто-то все время... Понимаете, человек, который претендует на роль профессионального ведущего, он должен обладать хотя бы минимумом исполнительских качеств. Нам не разрешали никогда говорить лишнего слова. Никакого лишнего слова. Все как написано. Даже предлоги, даже междометия. Все должно быть как написано. Не дай бог. Вы знаете, как это тяжело, когда ты можешь что-то сказать и понимаешь, что это не меняет смысла текста. Просто ты становишься более раскованным и знаешь, что это нельзя, что тебя вызовут на ковер, что тексты все залитованы, там подписаны каким-то верхним начальством. И что это будет большая неприятность. Был отдел контроля. И на радио, и на телевидении. Это грамотные люди сидели, великолепно разбирающиеся в русском языке, и они слушали в наушнике, они слушали и по тексту шли. И если диктор ошибался, она подчеркивала, а потом этот черный список спускался уже в дикторскую комнату, в дикторский отдел. И там разбирали, а почему вы неправильно поставили ударение? А почему вы так сказали? Один у нас диктор очень не любил читать информацию. Совершенно не любил. Он понимал, как это важно, как это ответственно. Он садился, всегда мандражировал, когда пил таблетки, там валерьянку. Все, когда его назначали на информацию. И вот однажды он прочитал, там Брежнев был, там, генеральный секретарь ЦК КПСС. Чего же он сделал, я не знаю, но что-то он сделал. И вот он приходит, прочитал все, слава богу, все так. И вдруг звонок от его друга, из нашего, наш коллега, я вообще поражаюсь, как он мог так. Он ему сказал, ты что прочитал-то? Он говорит, что? Ты вместо генерального секретаря ЦК КПСС Брежнев сказал, секретарь ЦК КПСС. А это тоже была оговорка. И у него инфаркт был через два дня. У меня вот была, честно говоря, за всю жизнь, по-моему, одна такая суровая оговорка. Я читала информацию, причем это днем было. И прочитала, значит, Челябинский тракторный завод сегодня выпустил миллионный самогонный комбайн. Когда я спустилась вниз, звонки. Где купить? Сколько стоит? А я даже не заметила этой оговорки. Сколько стоит? Где достать? Ну, так смеялись люди. Я должна была прочитать людям, которые смотрят телевизор, что начался вот этот карибский кризис и что это такое. Я, значит, говорю, и в это время я вижу, как кошка идет ко мне по полу. Я продолжаю читать. Вдруг я чувствую, что она лезет ко мне и прыгает ко мне сюда. И я локтем ее вот так вот и говорю, значит... Такими вот словами говорю, потому что я уже чувствую, что или я сейчас захохочу, или я буду плакать. И вдруг она сюда полезла. Это карибский кризис, да? Это сиюминутное телевидение. Ну что делать? Ну что было сделать? Я эту кошку так вот взяла, вот так вот, и сказала, простите меня, пожалуйста, сказала я в камеру, простите. И вот так вот сделала, я так заорала. И кто-то кричит, сегодня только кроликов. Кошек на телевидении больше не будет. Если мы раньше читали откровенно с листа, вот брали вот так вот перед нами, да, папка. И вот мы, значит, читаем, откровенно читаем. Сегодня же тоже читают. Читают, и перед ними стоит монитор, суфлер, то есть аппарат, по которому идет текст. И он читает себе. Вот все искусство. Он даже, некоторые не могут сделать какого-то внешнего вида, что он как бы не читает, а от себя у него вроде идет. Нет, он остался таким же диктором. Так что чего говорить об этом, чего мусолить-то? Диктор есть, был и будет.
Будет, обязательно будет. Я 33 года, хорошо или плохо, но я выходила к людям, которые, я знаю, там, любили меня, наверное, кто-то, ну, как-то принимали, ждали. Изо дни в день мы стали своими людьми. Мы приходили, в общем-то сказать, естественно, почему вот Чан говорит, мы хорошо были одеты. Да мы не очень хорошо были одеты, но мы всегда были подтянуты, потому что мы знали, что мы приходим, в общем-то, при всем, при том, в гости. Вот. Очень много было писем. А нам даже не дали, вот я вот как ушла, даже не дали попрощаться и сказать, дорогие мои, спасибо за те 33 года, которые я провела с вами. Вот старели мы вместе, росли мы вместе, глупости делали по стране вместе. Понимаете? Я очень счастливый человек, вы знаете, очень. Я счастливый человек, потому что у меня есть телевидение. Я повенчана с телевидением, я не могу жить без телевидения. С какой радостью я шла на работу, на телевидение. И я сейчас очень страдаю, что я, к сожалению, не могу работать на телевидении. Пока. Надеемся, пока. То, что было на телевидении потом, тема отдельного разговора. Сегодняшнее телевидение – это место непрекращающихся споров, дискуссий, страстей. Нужно ли нам такое телевидение? Такие ли мы? Какими нас показывает телевидение. Но не мной придумано, что телевизор – это всего лишь зеркало, которое отражает того человека, который в него смотрит. Как у Пушкина. Помните, царица, которая спрашивала у зеркала, я ли на свете всех милее, всех румянее и белее, и была страшно расстроена ответом, который ей зеркало давало. Но зеркало не виновато. А современник Александра Сергеевича Пушкина, Николай Васильевич Гоголь, сказал об этом гораздо жестче. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Пройдет время, подправим рожу, глядишь, и наше общее зеркало станет другим. Виктор Иванович Балашов. Игорь Кириллов. Валентина Леонтьева. Анна Шилова. Светлана Маргунова. Светлана Жильцова. В каждом селе, в каждом доме есть друзья голубого экрана. И, как всегда, этот вечер мы провели вместе с вами. У нас еще будет много таких вечеров, когда мы придем к вам в ваш дом. И мы еще много принесем вам новостей. Мы познакомим вас еще с новыми песнями. Совершим увлекательные путешествия. Заглянем с вами в новые космические. Далее расскажем о новых научных открытиях. Побываем в театрах и концертных залах. Итак, до новых встреч у голубого экрана!